Всем привет! Вы смотрите Ананас Лэнд, канал с самыми интересными и актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. Американский актер и обладатель Эмми Даррен Крис впервые стал отцом. Об этом он рассказал в соцсетях. Жена Криса, кинопродюсер Мия, 11 апреля родила дочь, которую назвали Блюзи Белл. 35-летний актер опубликовал в сети фото из родильной палаты со счастливой женой и дочкой. Даррен и Мия вместе уже более 10 лет. Они сыграли свадьбу в 2019 году, а в октябре 2021 года Крис сообщил о беременности жены. Поздравляем молодую пару с пополнением. А я напоминаю, вы смотрели канал Ананас Лэнд. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ананас Лэнд – ананасовое настроение.